Что ж, друзья, всем привет, с вами Кентавр, это игра Quantum Break, и вуаля, третья серия по данной игре. Мы дошли, добегались, допрыгались вот до этой вот библиотеки, это у нас здание библиотеки, и надо спасать нашего друга. Что ж, давайте приступим, посмотрим. На связи. Перевозим ядро машины времени. Неплохо. Эй! Ой! А ну-ка, руки вверх! Твою же мать! Его убили. А чё так его убили? А вообще-то кто его убил? Я не понял. Чего это тут творится? Я его не убил. Я его не убивал. Странно. Очень странно. Дальше. Куда мне дальше идти? Ну, я знаю, что вниз, как бы я вижу точку, но... Но есть одно но. Но есть одно но. Штаб, Уильям Джойс доставлен в библиотеку. Ждем приказов. Прием. Интересно, где его брат? Где его брат? Сейчас. А, ясно. Блин, ну вас убивать надо, походу. Ребятки, вас надо убивать. Я вижу вас. Библиотека готова к подрыву? Сейчас? Странно. Слышали? Мы тут не одни. Конечно, не одни, блин. Вот так вот. Вот так вот. Вот таким вот образом. Они поняли, что они тут не одни. Это что? Боеприпасы. Вообще шикарно. А, тяжелый пистолет. Давайте возьмем тяжелый. Это у нас тяжеленький пистолет будет. Что ж, давайте попробуем пострелять из этого тяжеленького, да? У тебя что? То же самое. Друг. Дружбан ты мой. Ты где? Нам сюда. Нам сюда, ребятки. Не буду сейчас осматриваться. Не буду сейчас смотреть, что здесь да как. Эдвард Нортон Лоренс, отлично, Memorial Library. Так, друг, ты здесь? Пока нет. Нам сюда. Добрый день. Джек, беги! Беги! Ах ты ж, ваша налево. Смотрите, как пулька летит. И на, чтобы создать хроношит, нажмите на Ctrl. Нажал. Какой-то хроношит. Успел. По крайней мере, я успел. Так, дальше. Дальше, 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 дальше. Все нормально, нормально. Блин, их убивать надо. Ага, у нас обилки появились новые. Ой. Это у нас тяжелый гребаный пистолет, который очень медленно заряжается. Но, по крайней мере, в голову сразу убивает. Заряжай быстрее. Блин, он очень медленный пистолет-то. В башку-то попал. Ну что ж, давайте сделаем вот таким вот образом. Вот таким вот образом. И я не успел его убить. Давай, давай, вылезай. А у нас тут баллончик есть. Какая граната, придурок. Но убить же должен. Блин, в голову все-таки надо. Давайте сейчас подавляющее. Давайте сделаем щит. Ой, я в щите был и вышел. Ребята. Не, так дело не пойдет. Давайте сделаем вот так. И сделаем вот так вот. Потом не убивайте меня. ХП, 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 ХП. Знаешь что? Я сделаю вот так. И сделаю вот так. Так тебе и надо, придурок. Погнали дальше. Собираем все, что ты можно. Цел? Конечно, он цел. Ты цел. Так, кино наше продолжается, ребятки. Продолжается. Идем дальше. Ох, давай. Как ты мне будешь объяснять весь этот бардак? Конечно, будет. Сначала выведи меня наружу. Давай. Давай наверх, наверх, наверх. Надо торопиться. Где моя машина? У нее цвет уродский. Да в Африке она. А? Нет, Джек, в ней... Че там, пытаются добраться до нас, потом да? Потом обсудим. Че там взрывают-то? Переживите. Я? Я оставил чемоданчик в машине. Тут у нас ой, засада будет. Ой, твой чемоданчик, я тебе новый куплю. Там то, без чего я не смогу остановить разлом. Убрать гражданство? Вы че? Было никак?
прости меня, похитители отвлекли. Ничего, я еще могу тебя тут оставить. Как ты вообще до сих пор жив? Это ты мне тоже объяснишь. Есть теории насчет того, как можно временем управлять? Нет. Нет, тогда сочиняй. Но кто к нам пойдет? Давай быстрее пистолетик наш. Че, поднялись? Поднялся, придурок, по лестнице. Иди сюда, ты маленький, сейчас я тебе... А, вот он, я же его вижу. Вот так. В ящики попадаю. Отлично. Как от чего стреляют, блин? Ага. Наверное, передумали. Иди сюда. Отлично, вообще красиво, ребятки, кто это видел? Шикарно. Поможем. Давай, поднимайся. Но. Больше не осталось? Да. Давай боеприпасы возьмем. Вот так. Погнали. Погнали. Надо идти дальше. Сначала ищем мой чемоданчик, а потом Бет Уайлдер. Ну да. Зачем? Кто она? Она знает про разлом, и я ей верю. Вообще, кино, короче. Кино, короче, ну, прям Санта-Барбара. Давай, давай, дальше, дальше. Монарх Солушенс. Пистолет где? Джек. Я молчал для твоей же безопасности. Безопасности? Оглянись, мы прямо как на курорте, по твоей милости. Я не виноват. Бет предупреждала, что так выйдет. Я пытался принять меры. А мне хоть бы слово сказал. Ну а как было? И давно ты в курсе? Джек, давай потом поговорим. Сейчас надо найти чемоданчик. Обязательно. Найдем. И чемоданчик, и все найдем. Давай, открывай главное. Нам куда вообще? Или будем ждать, пока еще набегут? Вот сюда. Отлично. Джек! Кто? Где? Кстати, их трое. Распустил своих ребят. Ух ты, это наш брат. Джек, погоди. Офигеть, не понял? Это наш брат. Нехило. Пол, что с тобой? Что ты делаешь? Университетская библиотека, 9 октября 2016 года, 4 часа 40 минут, через 25 минут. Прекрасно знаю, именно поэтому я здесь. После чего-то. Я даю тебе возможность передумать. Брат. Эту цепочку событий уже не изменить. Предатель. Прошлое, будущее, я это вижу. Я это прожил. 17 лет. 17 лет. Что за дела, блин? Это был ты, первый эксперимент. Либо мы будем работать вместе, либо ты умрешь со своей надеждой. Слушай, я сделал устройство, я остановлю разлом. Не остановишь. Чушь какая-то. Хуже ведь не будет. Будет. И поэтому нельзя, чтобы ты мне мешал, Уилл. Все можно решить иначе. Нельзя такого допускать. Я не сдамся. Мне понадобились годы, чтобы укрепиться в решении. Но у нас их нет. Стой, стой, погоди. Взрывайте. Я этого не хотел. Библиотеку взрывают. Ты не пройдешь. End of Act 1. Что ж, какая-то первая часть у нас закончилась, ребятки. Я думаю, можно продолжить и посмотреть, что у нас будет с частью второй. Так, нам говорят, можно продолжить. Давайте нажмем на продолжить и посмотрим. Где у нас часть вторая? Quantum Break. Развилка. Жесткий подход. Через 25 часов. Меня зовут Пол Сайрин. 17 лет назад я основал Monarch Solutions
с одной четкой целью. Кое-кто из вас будет сомневаться в верности моих поступков. Эта запись — мое последнее оправдание, объяснение того, как все произошло. Я посвятил задаче всего себя. Никогда не отклонялся от цели, невзирая на жертвы. Потому через два часа после разлома. Доки. Я видел, как все кончится. Да еще бы. Есть проблема. Нет вестей о Джеки Джойсе. Его уже должны были привести. Возможно, среди нас предатель. Иди на процедуры. Я найду причастных. Найди Джека. Отправь лучших людей, это главное. И еще. Как ты понимаешь, вмешательство Джека привело к осложнениям. Свидетелей из университета привезли сюда. Займись ими. На данном этапе заминки недопустимы. Я вижу два варианта. Можно устранить свидетелей. Блин, мы сейчас играем за... Но в этом случае за брата нашего. Вопросы. Люди могут ополчиться против монарха. Чисто, сэр. Или я могу развернуть широкую пиар-компанию, привлечь горожан на нашу сторону, но в этом случае останутся... Незаметенные следы. Именно. Решать тебе. Но помни, твое решение люди расценят как стратегию действий всей компании. Ребятки, посмотрим. Кто там у нас стоит, как в заложниках? Давайте взглянем. Это девушка с университета. Эми Феррера. Одна из свидетелей. Блин. Ее убьют. Ждем ваших указаний. Встретитесь с Эми Ферреро. Активируйте развилку. Ждем ваших указаний. Ну, давайте активировать. Пол. С усилением хроносиндрома росли и мои способности. Я мог выбрать один из двух возможных вариантов развития событий. Обязан был выбрать. Время застывало до тех пор, пока я не приму решение. Так, введение развилки раскрывает два возможных варианта будущего. Решения, принятые вами на каждой развилке, отразятся как на сюжете игры, так и на сюжете сериала. Выбирайте с умом. Удерживайте для просмотра А жесткий подход. Удерживайте для просмотра Д РП-компания. Я чуть не понял. А, это удерживайте для просмотра жесткий подход. И удерживайте для просмотра пиар. Ну, давайте Д. Пиар-компания. Жесткий подход, мне кажется, что ее убьют. Давайте сделаем так. Запустить пиар-компанию. Сделай заявление. Виноват в которых Джек Джойс. Монарх запустит пиар-компанию и убедит людей встать на нашу сторону. Мы получим власть ценой лжи. Поиски продолжаются. Власти ищут Джека Джойса. Эй! Там внизу кто-то крадется! Это, кажется, Джек Джойс! Публично разоблачим Джека и устроим на него охоту. Все файлы, что я украла с КПП Монарха, загружены на компьютер. Но останутся свидетели. Джек все равно узнает все наши тайны. Так, удержите для просмотра пиар-компании. Так, Сайрин решает развернуть пиар-компанию. Он манипулирует СМИ, чтобы свалить ответственность за инцидент в университете на Джека Джойса. Блин, вот он сейчас все свалит на нас, то есть на нашего первого персонажа. Если удерживать... А, давайте посмотрим все варианты. Кстати, вот нам все дают выбрать. Стойте! Монарх займет жесткую позицию. Устранить все препятствия и свидетелей. Прольется кровь. Но мне не впервые было принимать тяжелые решения ради высшего блага. Здесь придется ее убить. Я тут порылся и собрал, что мог, о твоем брательнике.
Черти что! А я еще доверял монарху. Но жители Риверпорта ополчатся против нас. Убийца! Мы сохраним свои тайны, но люди нас возненавидят. И у Джека появятся новые союзники. Монарх не имеет права вас останавливать. Так всем на мосту и передайте. Если смотреть со стороны, то есть, да, со стороны этого персонажа, это получается, нам надо выбирать все-таки... выбирать пиар-компанию. Так что давайте выберем пиар-компанию. Это нам будет выгоднее. Намного выгоднее. Нельзя привлекать ненужное внимание. Убедите свидетелей молчать. Установите слежку и отпустите. Разверните пиар-компанию. Надо повлиять на горожан. Да, это будет намного выгоднее для него. Намного. Зато она останется жива. Зато... Ее оставьте. Она возглавляет протестное движение. Как раз подойдет для нашей пиар-компании. Ну да. Круто! Джек! Выхода нет. Я пойду через машину. Пол, подожди, нет! Джек! Сюда! Джек! Так, куда он идет? Мои способности поведут нас. Помогут решить, как подготовиться к неизбежному концу времени. И у некоторых будет шанс выжить. Я видел конец времени. Развилка, пиар-компания. Вы решили развернуть пиар-компанию. Сообщество 76% сообщества согласилось с вашим выбором. То есть 76% согласились с нашим выбором. Так что продолжаем дальше. Это что? Y, спрятать элементы управления. Пробел пропустить. Что тут Quantum Break? Episode 1. Monarch Solution. Так, пробел пропустить. Не, не будем. Давайте посмотрим. Комната для допросов промышления. Промышленная зона. Давайте посмотрим. Время вышло. Ой, так это сериал, блин. Это, походу, фильм. Так. Это реальное кино. Ребятки. Посередине. Наверное, твоя мама. Слева, да. Конечно, папа. А малышка справа. Так, я не знаю, ребятки, это у нас будет кино, так что мы все-таки это пропустим, чтобы нас это вот не... Короче, не были проблемы с Ютубом, так что пропускаем. Давайте продолжим. Делаем вот так и смотрим, что будет дальше. Perfect place to hide something. Идеальный... Давайте поговорим о событиях в доках. Сотрудники монарха перевезли вас из университета... К верфи на базу Эпицентр. Все еще огорчена, да? Вы были связаны и без сознания. Уилл! Лиам Бёрк отправился за вами, но вы исчезли. Как? А я лунатик. Отойди! Немедленно! Брось пушку! Я не могу. Так. Что за дела? Нам известно, что вам как-то помогла Бет Уайлдер. Значит, и остальное вам известно? Нет, потому что все свидетели ваших дальнейших действий мертвы. Лучший вариант – вытащить пистолет, блин, из рук у обоих. Вообще шикарно, ребятки, мне понравилось. Куда я попал и почему? И даже не задавался этими вопросами. Казалось, что мне все это снится. Я просто ждал, когда проснусь. Используйте хронозрение, когда его за это вот значок заканчивается. Да я-то знаю. Чтобы найти источник чего? Когда его значок начинает мигать, чтобы найти источник. А, ну это понятно. Что ж. И? Вот сюда. Покиньте склад. Все правильно. Это что? Смотрим.
Собирайте источники хрононов. Хрононов или хрононов. Короче, хер его знает. Чтобы улучшить способности Джека. Чтобы открыть... Найдены источники... Так, Т улучшение. Получено очко улучшения. Давайте посмотрим, что за улучшение у нас есть, кстати, ребятки. Промышленная зона. Найдено 5%. Джек попадает в лапы монарха. Так, это понятно. Сложность обычный. Найдено туда-сюда. Документы, компьютеры, носители. И что-то еще. 15% игры пройдено. Продолжить. Уровень сложности. Это понятно, понятно. Перезагрузить. Трофеи. Трофеи. У нас что, есть трофеи даже? Трофеев я не вижу. Здесь у нас никаких трофеев нет, ребятки. Продолжаем. Идем дальше. Идем дальше. Ребятки, вы тут... что можно Бет сделать? Бет Уайлдер рискнула прикрытием, чтобы вас вызволить. А, ну это мы знаем. Но вы не отплатили ей тем же. Нет. А как подняться наверх-то? Нам туда. А вот здесь. Вот здесь мы и будем... Нифига. Не будем подниматься. Блин, мне еще подняться наверх надо. Как туда забраться? Сюда, что ли? Но... Нет. Ну давайте, давайте, давайте воспользуемся этой хренью, чтобы туда попасть. Не вижу, не вижу пока возможностей подняться наверх. А здесь как-то... Че, никак прям? А, понятно, блин, вот на ящик. Все понятно, вот я. Тупим маленько, бывает такое, ну. Отлично, погнали. Так, тут у нас все время колышется, дергается оттуда-сюда. Ой. А почему сюда? Кстати, да, почему сюда? Это что? Это что? Рисунки? Какие-то рисунки? Так, дальше, 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 дальше. Нам сюда, походу, нельзя или можно? Другого пути нет. Ну, раз нет, так нет. Разрушаемые объекты. Используйте хронозрение, чтобы увидеть разрушаемые объекты поблизости. Давайте попробуем. Это разрушается. Отлично, будем знать. Будем, будем. Ну, раз разрушается, давайте тогда сделаем вот так. Бабах! И вообще шикарно. Намного проще, чем я думал. Намного проще. Так, что здесь вообще такое? Куда двигаться? Давайте посмотрим. Надо, надо, надо двигаться вот сюда. Это нужно найти другой путь. Ага. Странно. Так, некоторые активные активаторы времени позволяют Джеку управлять линией времени определенных объектов. Понятно. И какие-то регуляторы времени. Нажму на Q, что будет? А, закрыть можно. Нехило. Вообще нехило. Чё даст? Ага, значит, длится оно недолго. Когда произошел разлом, некоторые вещи как бы поплыли во времени. Странно. Мои новые способности позволяли мне их перемещать, откатывать назад. Так, ломай. Давай. Не ломается, блин. Стекло, блин, не разбить. Так, перемещать. Что перемещать-то? Мне перемещать надо что-то. Так, нам надо, походу, туда двигаться. Я понял, я понял. Нас поднимет сейчас наверх. Ясно. Походу, или нет. Или нихера не ясно. Как мне подняться? Длится пару секунд. И... Допустим, как эту хрень со мной поднять? То есть вместе со мной. Давайте закроем. Так, я пока не пойму, ребятки. Я пока не пойму. Что ж, друзья, здесь, я думаю, можно закончить это дело. И эту хрень я пойму, короче, как сделать уже в следующей серии. Будем искать, как это все делается. И если вам нравится, если вы хотите продолжение этого сериала, то, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Но с вами был Кентавр. Это была Quantum Break. И всем удачи. Всем пока.